Мы вот залезли на тут такой небоскреб, 52 этажа, вот который сейчас пойдем смотреть, весь этот пальмовый остров. Правда, эти железные штуки не дают насладиться видом всей этой красоты. А это вот здесь, вот это Дубай Марина. Там тоже очень красивый такой район. Здесь вон дом с дыркой. И мы ходили на это колесо, но оно не работало. Тут можно просто сойти с ума от этой всей, от всей этой мысли инженерной и от всего-всего, как это вообще можно было сделать. В голове не укладывается. Мир роскоши, богатства, яхт и миллиардов. Да. А это с этой стороны вид на город. Тоже сумасшествие. Это въезд вот на эту пальму. Там один кусочек небоскреба. И сейчас с этой стороны. Вот здесь вот, вот эта, такая дорога, как железная монорель, ходит через весь остров. Вот мы с этой стороны, вот виден весь пальмовый остров. Это очень впечатляюще красивое сооружение. Всего лишь это всем пример, что всего лишь за 6 лет можно построить вот такую вот красоту. Всего лишь за каких-то 6 лет можно построить целый искусственный пальмовый остров, этот Атлантис. Разрыв мозга. Он внизу бассейн. Здесь эти бассейны и пальмы, и яхты просто везде. Это... А, вон знаменитый отель «Парус». Но не видно его потом с той стороны. Сейчас еще начнет все загораться. Здесь... Сколько она сказала? 25 тысяч вилл? Что-то такого. А нет, 1500 вилл и 27 роскошных отелей. Ну, в общем, да. Лахури лайф. Конечно, можно одуреть от этого всего. Что желание человека и куча денег и нефти. Не украсть это все, а вот сделать вот такое вот чудо. Просто сделать вот такое вот чудо. Все начинает загораться огнями вообще. Все это просто невероятно красивое. Это вот торговый центр здесь такой со всеми фонтанами, променадами. Все начинает загораться, все эти башенки. Сколько вилл на этих пальмовых ветках. Все равно, конечно, на видео не так красиво. Так, вот мы спустились с этой вот башни, которая вид на пальмы. Да, и здесь вот при входе в этот самый торговый центр. Ну, миленько, симпатичненько, да, дорого-богато. Вот такие ненужные железяки, пальмы, павильончик. Арабы, подсветка,
красота. Вот, сейчас нужно найти вход и поехать на монорейле. Поехать на монорейле. Интересно, в этой башне, наверное, люди живут.